Да быстренько мне сейчас келем заканчивать. А есть танк тут? Да беги. Блять, выходные пролетели пиздец незаметно нахуй. У кого-то выходные, у кого-то выходной. А у кого-то отпуск. А кому-то все праздники работать. Вот эти запы, блядь, 50 голды стоят, кстати, на улице. Да, их проще распилить. Я и по 30 видел. Выгоднее, скажем. Да. А чё кристалл стоит? Он подробно. 50-60. Нихуя. Бам, заломалось. Нихуя. А, граунд не поставил, дурашка. Не доигрывай. А он прям, если в момент коста ставишь, сработает? Прям ну вот. Да, да. До того, как полетит, прикол, ему надо поставить. А если вот он вылетел и ты поставил, то не сработает? Нет. Ну ты как с рефлектом такая же, ну. Или рефлект может в полете, блядь, ставить? Нет, рефлект тоже в полете не работает. Блять, помню, как-то ворвался бортоваром в Штормград, там какие-то бичи меня хотели убить. Ебать, я там нихуя разъебывал их. Блин, какая история охуенная, слава. Давай еще одну. О, там нихуя было круто, ебать. Блин, ну классно. Столько подробностей, да? История пиздец. Там самый прикол был, что меня лок, ну, ДК какого-то пала убил, там, и какой-то лок такой, нихуя, дестрик, ебать. Смотрю, в первую очередь. Смотрю, кастует, нахуй, чарж там, все, блядь, встан ему даю, блядь. Потом смотрю, что-то хуярить начинают, эти резнулись, бегут за мной. Я, короче, ныряю в воду, нахуй. И просто, блядь, в воде рефлект жму, нахуй. И лок, и с моста лок в меня кастует этот, нахуй. Ага. Хаосболт, блядь, он к нему возвращается, и два царика в минус, нахуй. Ага, а ты? А я уплыл, ебаный, в канализацию. А Слава утонул, блядь. А Слава карась, блядь. Я уплыл, нахуй. А чё вы сагрили? А можно забрать, блядь, моба, нахуй, алло, нахуй? А ты чё? Кузнеца. Кузнецам станы, нахуй. Ничего, сейчас рейд выпнется, будет чё, блядь. А он чё потом сделал? А он чё, блядь, он сказал, блядь, что петух он, нахуй. А ты чё потом сделал? Я говорю, блядь. Я говорю, блядь, удаляй игру, нахуй. А он тебе ответил. Заебал. Чего вы за дурку тут устроили? С твоими историями, блядь. С моими историями, блядь. Делается история, нахуй. Чтоб ты понимал, блядь. Король кринжа, блядь. Король истории, блядь. Кринж будет, когда я, блядь, ПВПшника одену себе, нахуй, и просто всех разъебу, нахуй. Да. Если еще, блядь, соло брал, нахуй, против 5 рейтинг, 6000, нахуй. На арена турнаменте, нахуй. Очко себе не разъеби, Слава. Я разъебу, нахуй. Я тебе говорю. Тебя в первую очередь, нахуй, на БГ, блядь. Минусану, просто, блядь, одной тычкой, нахуй. Так что бойся, блядь, прихода воина, блядь, ПВП, блядь. Реально. Там будет и реально, и нереально, там все будет прямо. Насколько реально будет? Настолько, что пиздец просто. Реально некуда, нахуй. Будешь, блядь, перс будет умирать, и будешь откатываться, блядь.
назад, блядь, в кресле качалки своей, блядь. Удар только. Кресло качалка, так и пиздатая тема, ты не это самое. Он будет, блядь, переворачиваться, ну. Будет настолько сильный. Настолько сильный мой, что. Настолько сильный мой, что удар щитов, блядь. Что просто, блядь, дом будет трястись, ну. Блядь, ты чё? Понял, ну. Вы просто не знаете еще силу про товара, блядь. Вы поняли, да? Дед таблетки не выпил. Может наоборот. Перебрал, да? Перебрал, ебать. Ты говоришь, как ты сказал? Ты аж тебе не говорю хуярить ОСД, блядь. Спасибо за намек, ебать. Хуйнул, блядь. Ааа, так ты хуйнул. Ну ты, видимо, хуйнул сегодня ОСДшечку, блядь. Сука, телевизор выключен, а он мультики смотрит, блядь. Ну понял, блядь. Нет, у меня монитор выключен. Ну чё там стоим, ебаный? Это у тебя из крайности в крайность? Либо монитор, у либо микрофон? Папа. Подходить надо. Второго бьем. Бидон. Пока не... бидон. Граунд. Граунд, бидон. Раунд. Ты сказал раунд? А чё там, таунт есть у кого-то? Алло, нахуй. Опа, бабл. Ну не ожидал такой хуйни, блин. Спасибо за боб. Не знаю, кринж-пати. Мне нет, кажется, только, все заслушались в моих историях военных, нахуй пока падали. Пока только блядь. Ты квинш. Да, блядь. Начало нужно выбросить. Да, ебать. Воронка, продам 27к. Кстати, у меня вопрос, а первозданный... Ты ему напиши жанр. Очко свое продай, нахуй. Первозданный угу. Лёд Жанны, можно лутануть без жестко. 50 осколков или нет? Нет, нет. Только в магазине. Мне надо квест на него получить, чтобы с Жанны его поднять. Можно, это можно только с магазом, да, так сделать? Где там? Есимся, жрём. Точно. Только с магазом. Чё? Можно лутануть только в едином случае, с магаза. Да я так и понял. Харе там покровительство природы, Юрий. А чё мы, кстати, жрать сели? Там ещё трэш стоит. Потому что попадало доход. Славы заставляет. Пожрать перед трэшем, ебать. Война войной, обед по расписанию, блядь. Будете потом пузанами ходить и жрать. У нас два ханта, один Холи Палыч. Я понял, нахуй. Блядь, ну я могу зайти. Я понял, нахуй. А ты не лутаешь кусок? Там плечи стелси забирает вторым куском. Вне приоритета. А у тебя рук нету? Нет. Не выпали на прошлом КД. Трово. Я штаны заберу вторым куском, если сегодня они выпадут вместе с руками. Так что... Да блять! Не понял, блять. Саппорт не выпил. Талант не включил. Граунд не поставил. Нет, бежал тут. Хоть просто что-то вообще. Бы сделал. Просто вообще, блин. Нихуя он войско кастовал по касту, блин. Вместо граунда войско. Кто там гавкает, нахуй? Собака, наверное. Наверное. Странная хуйня. Чё ты мне вмекаешь? И не говори. Собака, ну как вы думаете, каждый раз, каждую неделю на этом ебаном говне кидаю обмен? Зачем я тебе кидаю обмен? Зачем? Давай подумаем. Все, пизда нахуй. Я не помню такого. Давай подумаем, Марик. Чё там, саппорт есть, блин? Рыбу ходят. У меня уже похавал, блин, спасибо. Хласки выпил. Че там, блядь, 5 хилов будет или 6-го, ебанем? 5, 6-го.
4 кило. Там... А вон Авелания, блядь, в 6-го. Авелания. Дай подамажить, ебаный. Чтобы у 6-го. Отстаньте нахуй. Нет. Дайте ему. Ну, тогда, так а что мы с ходом будем убейте, делать? Убейте, блядь, Авелания в 5-го хила. В 6-го? Не, блядь. 5-го. А, не думаешь, захилят, блядь? Захилят. Ну, будешь я частиц. Авелания на пассифии, Волов на МВП ханте частиц. А кто в ДД будет? Давайте всем хилов пойдем. Не, ну что, блядь, стопудово не упасть, нахуй. Ну хотите, мне похуй, вообще, можете в 3, блядь. Лучше убить с первого раза, чем упасть, нахуй, когда он нам, нахуй. Да захилят. Ну похуй. Запроты разбафайте. Чекайте. Это... Попроты еще надо. Авелания частица на пассифеи, Волов частица на ВМП ханте. Сейчас он скажет, не хочу, я ему не доверяю. Yes, sir. Арио, обмен за сопротами, хули дринку. Ты что? Одень там что-нибудь, чтобы хп у тебя побольше было. Я пассифея. Так бью, блядь. У пассифея 38, у тебя 31, сдохнешь нахуй, он тебя не захилит, блядь. Хорошо, значит, ты Волов хилишь по Сифею, Глеб хилит меня. Я понял, нахуй. Я 3 недели уже так бью. Ну смотри, я не знаю, бля. То вдруг он ГКД проебёт. Эй, у всех сопрот есть? Похуй. Я тебе дам сейчас похуй. Мордал, он же в ДЦ, да? Я фласку, бля, ДД выпил, я не буду её перепивать. Я выжил. Охуел, бля. Все правильно, Джагой дамажить надо. Все правильно. Джага это святое. Там пристабаф сегодня будет. Пристабафа точка нет. Блять, инты даже нет. Здесь. Кринж. Я готов. Есть чё. Че, все готовы? Да ну вроде как, да. Да я че. В кого на полпера? Да, у меня. На пол Эвленера нас давайте там. Леха, моста крудой. На полу в Ленинграду. Чуть ты рано сказал, он же первый. Ну так он был вторым. А я и так догнал. Сейчас еще раз линзу не надо. Да.
в Ленгрена на пол. У кого нет пистона? У Юли, у Хридринка есть? У меня нет, у Юли есть. У меня нет. И у Лехи. У тебя есть, что ты врешь. Да, блять. Ничего тут хилить. Так, ДКшный кому идет, напомните. Хукмастер. У него четвертый. Четвертый, да? И Паловский стелси второй забирает. У него два открытых у Хукмастера, два закрытых, да? Ну это да. У него спроси, может у него три там открытых, не знаю. Точно четвертый, да? Ну, судя по тому, что ты пишешь, да, у него четвертый. Так, напала кто забирает? Ну, стелси второй кусок вне приора забирает там. У нее руки открыты. Так, что им открывать будем сейчас? Так, ну, этому Хукмастеру можно. И стелси, ну, отдай воронки за вилами. Осталось правило, что по одной воронке на кусок, правильно? Да, да, да. Да. Так, давай, Хукмастер, открывай. У Хукмастеру давай не 4, а 3 воронки. Потому что в прошлый раз я ему вместо 4-5 дал, у него не было воронок. У него сейчас есть открыть воронки? Давай, тебе быстрее разуплять. Пиши, Хукмастер, там быстрее. Стелси сама откроет. Стелси сказал, сама откроет? Да. Ну ты отдай Славу, то что я говорил. 3 Хукмастеру надо дать, да? Да, и 3 Стелси. Я тебе там открывал в ГБ, чтобы ты ложить мог. У тебя одна только воронка сейчас? У меня, да. Так, сейчас я поставлю. Где ты там возишь? А я, блядь, у робота еще. Вот у меня тут получается... Ну ты в ГБ заложи там во вторую. Только этот, вверху это ночные лежат? Или давай, может, вообще уберу их отсюда? Поставьте кто-нибудь. Не забагал. Банк мобильный поставьте. Ночные переложил. Спасибо. Не запутаться. Так. Во второй это наши? Да, да. Я, ну, да, у ночных там одна только. Вот одну положил, я еще одну сложу, 3 дам мастеру. Все, у нас 11 теперь будет ворону. Ну и 3 стелси, да. Дать или она сама откроет? Он сказал, сама откроет. Да завело мне. Ой, блядь. Слава. А? Завело мне, отдай. Так слава. А чё... Как отдать? В смысле? Объясните. Пиздец, у тебя что, плохо все с памятью? Я не помню, блядь. Что значит мы за должны... Авеланию? Подробнее. Мы должны Авелании воронки. Он занимал у стелси. И эти воронки, которые мы должны Авелании, просто отдаешь стелси. Все. Понял? 3 штуки. Мы должны Авелании воронки. Он занимал у стелси 3 штуки. С мозговой штурм поехал. Не понимаю нихуя. Отдай стелси 3 воронки, ебаный сыр. Дед, мы тебе тогда это разжевывали нахуй 20 минут. Я не помню нахуй. Сделай, что сказали, значит. Ёб твою душу. Охуеть вообще, ебать. У меня было 11, теперь их 8 воронок нахуй. Нихуя себе. Перегрузка памяти пошла.
Хули перегрузка, блядь, нихуя три воронки просто спиздили. Кому-то отдать, блядь, кто-то что-то спиздил. Да не спиздил никто, просто отжали воронки за это все. Да не был в ГБ воронок, взял, чтобы открыть сразу. Я понял, блядь. Да я забыл, нахуй. Я не помню, нахуй. Сука, я тебе сейчас таблетку дам, нахуй. На ютубе найдите, я не помню, блядь, я тебе про это говорил. Я тебе найду, нахуй, потом, блядь. Мне кажется, лучше паяльник. На туре, блядь. Уезжаю, блядь. Витя паяльником напомнит. Так, ну 4 там неприкасаемых. И вот 4 есть еще кому-то. Пускай лежат пока что. Ну да. У нас еще 3 босса. Это да. Там группу поставил. Грудак с киля жилюхи уходят, да? Угу. Да. Четвертый был. Сука, если ЗС-а нахуй 2 не выпадет, блядь. Не выпадет. Скрин. Я ебал рот эту игру нахуй. Да ничего страшного, магат. Слышишь? Мне только интересно, что мы с двумя аршамами вместо 5 будем делать нахуй. Я не знаю, что. Нам инеров не хватит на всех. Инеров не хватит, блядь. Я тебе скажу, что мы сделаем. Мы будем МП5 им собирать, нахуй. Камни на МП5, нахуй, полированные, нахуй. Один чилит, другой на замене. Один заебался, второй зашел. Нет. Надо просто вымирать. Надо камни на МП5. Это неправильно сказал. Заебали другие делать. У меня, если честно, меня жаба задавит, если появится Элем раньше в Т5, чем я, нахуй, здесь. Стелси на Элема пусть открывает. Сейчас откроем Элема и все. Это для тебя. Меня она возьмет так вот за горло, нахуй, как задушит, блядь, и все, и пиздец. Стелси там? Жаба. Я думал, стелси нехай жестко. БДСМ какой-то, блядь. Понятно. Блядь, дед, нахуй, ну зачем ты это разговариваешь? Объясни, блядь, зачем ты это делаешь? Вспомнил. Что вчера, что сегодня? Сука. Нахуй я это вспомнил, блядь. Я уверен, если бы ты сейчас, Витя, если бы не сказал, бы он бы не вспомнил. Я, блядь, уже вспомнил, нахуй. Вот видишь, уже вспомнил, блядь, потому что напомнили, блядь. Не, там по голосу уже понятно было, он там. Этот, что там по приору кому-то нихуя не надо? Ну, типа, вот Мурлокоса мне бы взять. Че неаполитан? 17, да, на роботе. Я могу выступить место. Я тоже могу выступить. Не, не надо, блять. Какого-нибудь, кто меньше дает, надо. Вон неаполитана, свичнуть. То еще там. Мораль вроде 20-ку жмет. Не знаю, как мораль на этом на Келли сыграет. А схуя ли ты чилить, блять? Ну можно еще не люблю щиты, блядь, свичнуть. Бесполезного, нахуй. Представь, блядь. БРа нету, нахуй. Вот. А че вы стоите, я не понимаю, блядь. Там, кстати, там Призн говорит, что он на Лока может зайти. Это... Может, пускай зайдет, чтоб ну, СПДшечку бафал. Да нахуй надо. Это не поможет, нахуй, СПДшечка. Надо не поможет. Не, ну как раз это, смотри, ну, минус. Может, не поможет, а остальные поможет. Лава, это минус милик плюс РДД. Плюс бафрейд. А у него нормальный лок там, Призн? Какой у тебя лок там? 500 СПД хоть дает? Блять, 56, блядь. Так, может, поменяем бесполезного ШП на охуительного мага, который даст еще баф инты, баф меткости? Не, ну это нормально. Вот ШП, неаполитана. С дисплейте? У какого мага КД? Да не у этого, блять, у АЕКа, нахуй. У АЕКа КД? Да, сука. Не... У АЕКа нет КД, у Врея, блять, еврея, да. Еврея? Да. Он же с ночными ходил. Кос, помогал. Кстати, чтобы вы там не забывали, блять, всю соль, блять, я тут подумываю о продвижении обычек, нахуй, в плане перекрестные рейды будут, вот чтобы там общая ИП была. Ну, пока что в том списке Ульда и Целка только. То есть эти инсты можно 2 раза за неделю сходить и залутать. Ну, то есть двойное ИП на одного персонажа. Ты чё, псих, какие нахуй 2 Ульды, блять, в неделю? Такие, ёбаный. Эти 2 ульды это отдельно от ночного статика. Ебать ты, почему? Да, один две ночной? Днем, две одна, ночи, одна, одна ночная, одна... Две в обед, две после, да? И получить ИП можно двойное, получается. Да, то есть... Ну, считай, это 1100 ИП, блядь. Ну,
типа считай, что ты вклад двойной сделал. А чё ты сейчас стоп по 600 же не понял? А если с ночного статика люди будут приходить, а мест нет из-за Сибири? Ну все получается. Ну замену сажать будет. Какие за Сибирь начнутся? Там будет нахуй кто... Там не будет замены просто, если дохуя людей, вот и все. В смысле? В прямом нахуй. Кто-то плутает двойной, а кто-то ну, на воротник плутает. Ну, значит, во вторую уже, когда после первой, ну, первая пройдет, во второй уже лутаешь. А, если мест не хватит, можно же третью поставить. Да, точно. А у меня 5 персов, можно же 5 поставить. Там много людей, которые просто не хотят. Глеб, ну ты куда-то. Вы нахуя вы деду идеи накидываете? Вы что, нахуй, суицидники, блядь, или что? Я, блядь, все записываю. Я это, пропустил все, что там было? Че, блядь? На каждый день недели получил. А можно вслух прям говорить, там запись, стримы, все остальные? Праздничные и выходные дни по 2 ульдуара в день. Давай, я записываю. Просто дед хотел, блядь, 2 ульды сделать, а Виланя говорит, давайте третью. Мне надо сделать не вторую, не третью, мне надо сделать, чтобы туда был онлайн стабильнее, а не то, что там. Вот вы с Виланей вдвоем пойдете, нахуй. Да это шутка была, Витя, бля, то что типа, а если я не понял, хватит места, была, то замены не будет. И я говорю, а, так, ну надо третью делать, чтобы всем хватило места. Да, не, ну посмотрим, блядь, если будет сильно, блядь, популярный рейд, нахуй, я подумаю. Не надо ни на что смотреть, ёбаный популярный рейд. Не надо ничего смотреть. Слава, а ты помнишь про предложение на следующую неделю? Нет. Я влюблю тебя нахуй. Мне уже следующая неделя расписана, если ты не видел, блядь, расписание. Каждый эльдуар. Там, блядь, 6 эльдуаров нахуй. Это только в четверг. 14 эльдуаров, Коля выходит. Почему 14? 15? Даже 16 можно. Как там, блядь? Сразу 4. Насколько сильно нужно любить легендарную пушку эту, блядь, чтобы нахуй ходить её собирать? Насколько сильно вообще нужно любить Warcraft, чтобы заходить и создавать быков, орков, нахуй, дворфов черного железа и прочее говно, нахуй? Ой, сказал человек, который только за нежить играет, блядь. Так я, блядь. Дестройщик брата создал на пути. Тихо, все, это у нас босс стоит, нам надо быстренько спиродрайвить. Ответьте. Кого свичаем? Не люблю. Неаполитан, ни хуя не надо, ничего же не заберешь. Призан. Кто там, блядь, Мурлокос плюсует? Да, и хукмастеров в долг, 2 воронки с ГБ, он у ГБ вернет. Сейчас, что ли, блядь? Ты говорил, у него есть, блядь. Сейчас ему надо или что, я не понимаю. Ну, я так понял, он хочет открыть. У нас Дарти с пуху хотел забирать же отсюда. Дарти с пуху хотел, да. Может, его возьмем за мили казак какой-нибудь, кто-нибудь. Вместо кого? Ну, призван. Вместо морали. У морали меньше же, вроде, этот... Так он танчить будет вот... моба. Как баба моба. Ну баба он же, или нет? Нахуя? Об этом говорили, просто на лока зайдешь? А кто у нас танчил? Нет, на Ларе он танчил. У нас взятый танчил бабу, блядь. Ну, типа, лок у нас танчил. Ну я не знаю, призановский лок затанчит или нет. Будет он заходить, ну, призан? Нет. Дартис, плюсуй, блядь. Как раз призван еще. Дартис, ты там у инста, я надеюсь, они где-то, блядь, в другом. Да, в этом. Здесь вроде где-то. Пустоверьте. Что-то, блядь. Я лоб вот. Похилю тогда. Ты призн заходишь, да, или что, блядь? И кто будет бабу? Хуюм, блин, какой сум? Давай сам забирайся. Нет, летите сами. Летите, сука, сказано же было к инсту. Господи, блядь, нахуй. Призн, ты будешь заходить, или нахуй надо? Скажите. Так будет или нет, я бы. Да. Тэпнулся человек. Так ты скажи ему, заходить или нет? Призн. Да, пишет, да, все. Все, блядь. Бабу он будет танчить или хуй знает, что там 256-й затанчит вообще, нет? Да я захилю его, сказал же 2 раза. Да там, блядь, хилить по сути нехуй, блядь. Типа РДД, они с этим левелом не в ХП собираются. Он что 256-й, что 265-й. Там не в ХП дело, я про то, что у него, ну, агрогенерации хватит, может, ну, сколько он там бьет. Слушайте, у кого саппорта можно попросить? У кого? Кость, у тебя как обычно? Все, восьмая пати, чилим пока. Да, у меня. Блять, 6 друидов есть, в принципе, нормально. Можно 8-ю пати убрать полностью вообще? Ну, они улетели уже. Так, вроде улетели, ну давай уберем. Поставьте джифса, пожалуйста, у кого джифс есть.
том молоко там, кто на выходе, сомните его, блядь. Нет там никого. Нет. Хилит Эволов. Авелания. Авелания в ретрике. Авелания в ретрике. Мардаун, стелси, беду. Шипа уже придумал. Так, я пока метки пойду поставлю, пока они долетают. Так, треугольник ебаный. Ромбик ебаный. Так. Кружок ебаный. Так. Чё, почему сразу ебаный? Ну и звезда ебаная. Теперь расстановка. Хилы сопрота его светит. Расстановка хилов на фазе, когда кель прилетит в центр. На кого щитит? Уходи пас, пожалуйста, на кого щитит скидать. Пока не готово. Так. Ну и все. Крест. Хилы централизуются максимально. Сейчас метки расставят, скажут, на кого щитит содержать. Я обратно в челик. И луна. ДЦшник всегда там будет позицию занимать. Значит, по хилам. Это на последней фазе, значит. Мордаунт в череп, нахуй. Стелси в крест. Бидон в квадрат. Где я тебе своих дам бить? Нет, своим мне не надо. И Эволов. Чё это луна? Отойдите. Вот это позиция хилов на взлетке. Когда взлетаем, летим к своим этим самым, начинаем хилить рейд. Остальные от них отлетаем сначала и потом уже бьем босса. Босс вот тут посередине между четырьмя метками. А, чё, у меня ещё 13 штук этих. ХБшных. Где АЕК, сука, опять? АЕК, он что-то? Вылетел, где он? Эти, блядь. Написал? Бал, блядь. Он здесь и написал. Милики, обмен за этими, за флотками. При загрузке ошибка вылетает. Ну так и нахуй, блядь, давай, кого там возвращаем, нахуй? Кого мы, блядь, убрали? Нахуй такой, блядь, челик вылетающий. Кто там, блядь, есть? Ну, не люблю бери тогда. Давай обратно, блядь, работаем, нахуй. Где он там? Заходи, блядь, на приставку. Где ты? Сокет делаю. Ёбаный, блядь. Ты там не улетел никуда пристом? Сейчас слово это... Улетел, блядь. Конечно. Подгород сразу. Слок еще добежит. Добегает там. Через роботовское вот это вот. А, ну ты знаешь. Равис, ты если под дубовкой не сдохнешь, можешь СПД пить. Заебало, ек, блядь, себе. А блядь, может кто-то выйдет, и мы его присумоним? Вот сейчас вот... лог, сейчас, блядь, в инсте, бежит. Нахуй. И мы сумнем уже все, блядь. Ты сам где, блядь? Я уже подлетел практически. Лингрен, флотка. Надо? Нет. А зачем оно мне? Я жирненький, 38к. А, из банка еще на хп, блядь. Все, милики, у всех есть банки. Хилы у всех сопрот. Так точно, капитан. Ооо, кто поживает, Илья, чат. Пиздец, Гоша. Бля, Гоша, прожуй нахуй сначала. Что там, добирайте кого-нибудь до сумани. Я бы взял на СПД. Не люблю, давай, блядь, заебал. Шкаф. Я же в сове, не в хиле вроде как. Чё там, ёбаный, блядь? ЗС горит, ебать. Давайте работаем, блядь. Где Мурлокос? ЗС не может гореть, там воды много. Да я ползу, не сумонит. Сука, давай, я сумоню уже, нахуй. А вот тебе сумонился. Всё, фул баф. Рыба, нахуй. Свежая, нахуй. Хаваем. У тебя горит там, да? Все дела? Осетрина, ебаный, пристабав. Убийца плачет. Блять, давайте теперь еще дополнительно, блять, гайд нахуй. Это РДД. Третья пати. Вот квадрат, видите, вы с этой стороны взлетаете, когда босс подкидывает в воздух всех, с этой стороны распределяетесь. Только от квадрата отлетаете, там хил. Четвертая пати. Со стороны креста отлетаем. Милики, значит, кто там первая пати со стороны черепа, у вас там поменьше, там танки. И пати вторая со стороны луны, разлетаетесь от метки от луны. Ну а хилы, соответственно, там на Вилане сам найдешь себе место где-то. Первый. Что, в принципе. Бабу еще раз танчит кто? Там молоко, ты готов, блядь?
на эту хуйню. Давай лучше Вадикон. Вадикон? Да, похилю я его внизу. Да, в натуре Вадикон, это самое. Господи. Пускай Вадикон, у него дамага побольше, покруче будет. Ну, пускай это будет Вадикон, он самый крутой. Это то молоко по КД СС на Вадикона всегда. У нас это 5. Чтобы на нем была страховка. Только давай, наверное, на третьей аж фазе. Дашь. Кого дашь? Ну, пускай, не-не-не, сейчас это... дай и пускай откатывается, потому что мы после трая, у него будут уже там 2-3 минуты откатиться. И он как раз во время фазы уже даст. И а нахуй трая, уже... блядь, сразу убиваем и пошли отсюда нахуй. По БРам, если будете правильно, говорить, правильно. Сначала БР Керус и Мурлокос дают. Ну и Мэтфолкс. Вот, а потом уже Ревист, Войт и Вадикон в последнюю очередь. У нас есть вот как раз первая травма, надо закрыть. Все, давайте проверка. Все готовы, иду запускать. Нет права на ошибку, нахуй. Да. Так что соберите нахуй яйца в кулак, нахуй, и давайте ебанем его. Это что получается? Если взять яйца в кулак, то получится омлет. Блять, Гош, все, хватит. Не забывайте вот этот пидор в ромбике, он, который меняет цель каждые 10 секунд, он выбирает другую цель. Поэтому 5 секунд ударили Миликей и отошли, отбежали от него, чтобы у нас не разъебало. Тактику, по-моему, помнит или знает? Да, да, он убивал. Диман, готовься, сейчас пельтишь. На другую сторону. Мелик обижал. Все, да, сразу. Боди. Мелики отбежали. Что мало. Костя, это в тебя сейчас? Угу. Кровь за кровь. Ну и как он достал, блядь? Ну там рейндж 50 метров. Он умеет. Майот практикует? Баба, ну, осторожно. Рейнджу взяли? Задует с тобой сейчас пассив, я так и себе стоит. Ну, у меня тут просто 3 человека возле меня. Да должно убить до метки. Так, Телоникус. Мелики, аккуратно. Бомба 2 секунды. Мелики отошли. Че, чтобы никто не сдох, надо не врываться сначала. Надо вот и это ДД играет в топор. Напомню. Ну, в череп. 5 секунд на пол. Получите пизды на. Там посох за жопу притяните сюда. Свято, сука, осторожно, нахуй. Просто хорошая, охуевшая. Так, надо щит взять. Блять.
О. Блять, хуй челутанешь нахуй. Шмотки одеваем. Давай, Слава, справишься. Эй, блять, какую-то залупу лутаю нахуй. О, блядь, нормально. Это моя. Нихуя ты, блядь, шутник нахуй 80 уровня, блядь. А чё 80? Это человек, который про вара рассказывает, когда будет со стула сшибать. В туре, блядь. Кринжа навалил, блядь. Так он стань ближе к метке, чтобы я достал до тебя. Локус, что ты там сделаешь с ним нахуй? Не подпаляй ему пока. Она подбежать может и вытолкнуть меня, смотри. Хорошо, я еще так это... Молодой божий даже должен все забрать. 15 секунд, готовимся. Блять, посох красивый. Я хочу такой трансмаг. В этом падает. С магика это секунды фаза. Там синий, по-моему. Нет, с обычки. Фаза пошла. С обычки красный. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Ой, а как да это? Да ебаный рот. А как это? Этот самый Керс Берри Линдгрена. Эвелов, беги. Йо. Нет, туда чуть-чуть. Каску вам приступал по Линдгрену, все обновляем. Быстренько доиграем. Дикон. Он у Дикона далеко будет идти, там до середины дойдет и обратно, смотрите. Бидон. Печально, блядь. Отходим от пути этого. Цель меняет. На ночь. Ага, пошел он нахуй, блядь. Все, добиваем лям, идем уже на этих бить, доты вешаем. Лорда Сангенера за доты. Всех за доты. Бабу хуярим. ДД в РНЖ расходимся немножко вперед, назад двигайтесь правда. Чтобы нас больше одного человека не заблевало, это гонит. Не люблю, пройди немножко вперед. Хили. То молоко тебе надо локо поприодеть. Тебе ну да все. Да ладно. На три. Ты видишь, локи вымерли, блядь. ШП локов нету, них. Да, да, вымерли. Так, все, бомба. Так, бомба сейчас, милики. Аккуратно. Бомба, не подходите. Все. Двадцать восемь секунд. Чем быстрее мы тут убиваем, чем больше времени остается. У нас дополнительное время до берсы. На третьей взлетке берсы. Милики отошли. Милики отошли. Ебаный рот, нахуй. Мурлокос. Мурлокос. Похуй. Мурлокос рез. Мурлокос резы. Не надо объяснять ничего. Забирай. Ярим. Каску вам пристабав. Ну по боссу хуярим, приботы выпили. Смотрите, на полу три яйца будет огненных крутиться нахуй. С них надо выйти, там ваншот. Чё не помогает. Вот, и ещё феникс будет появляться. Кто первый суку дает? Феникс. Людрин, ты, а там скажешь. Звездопады оставьте. Контроль, 8 секунд, готовимся. 3 секунды контроль. Готовим звездопады, своих убиваем. Шотаем. Бабло, бабло. Дартис, блядь. Значит, этот, Мэтфокс, не люблю щиты. Равист канцелятора. Я Дартиса рисую.
хуярим. Все, весь ДПС нужен. Быстрее. Быстрее вставайте. Вставай, ёбаный в рот. Ты тут, нет? Лапку, каску прикопал. И ДПСим. Вставайте резче, блядь. Дамажим. От БР остался только у Вадикона. Только один БР, нахуй. Это вообще пиздец хуёво. Ну что, два бича у нас сдохли, нахуй. Двенадцать секунд контроль. Ну будет забить, если шаманов возьмем. Он сокру. Успел, нет? Но он ее не дал. Контроль секунда, нахуй. Убиваем. Блин, красава. Букмастера. Угу. Так, теперь хопа думаем. Поднимаю. Ну что с ровистом, нахуй? Че, феникс убил? Холидринг бабл снимать не умеет, видимо. Нет, он... Давайте падаем. Че он? Он нажал бабл, но он его не снял. Дело не в том, нахуй. Хоть ты сними его, хоть там, блядь, заново, ты, хоть ты два раза перевернись, моб нахуй, феникс, он не таунтится, нахуй. Протопал. С баблом агро сохраняется. Блять. Скидывается. Он его снимает, у него агро возвращается. Ну, я не знаю, блять. Феникс не таунтится. Ну, не там. Нету его там сейчас, нахуй. Нету. И не было, блядь. Диван на Авилоне. Не знаю, скидывало у тебя или не скидывало. Ну, я не знаю, он не таунтится. Вот. Он не таунтится. Агро скидывалось? Не таунтится, тебе бабл снять надо. Так ты снял его, успел снять или ты долго снимал? Я не снимал он его, я, блядь, видел. Ладно, все, бабле. Похуй, ясно. Чё там, нахуй, чё они не исчезают? Чё за хуйня? А, там фаза. Спустился. Всё, у него фаза была просто. Рисуем. Опа, обратно собралось. Волшебство, да, блядь? Нихуя. Давайте быстрее. Свои пухи одевайте. Вместо оранжевых. Они при пуле босса исчезнут. Не проебите этот момент. Это, блядь. Ну давай, хули. Чё, ГП въебать этим бичам, блядь, твоим? Да, БР проебали. Ну да, не будем, хули. Пухуй с ним, первый трай, блядь. Можно сум? Я бы даже сказал, нужно. Это кого сума нельзя? А, Мэтлс. Да, да, меня не достал, я там... Так, у Вадикона сохранилось. СС сколько минут КД? Ну и только активнее, я напоминаю, стрелы кончатся скоро. Ну, сейчас как раз, блядь, пока рыбу поедим, СС дашь опять же на Вадикона. Ну и там, блядь, 6 минут. Сейчас пару минут буквально, и потом после оружия откатится. Рыбу там хавайте. На фазе, нахуй, двух фаз до оружия, блядь. После оружия нельзя падать, нахуй. Нам БРы нужны впритык, вот эти 6 БРов, блядь, резать челиков. Еще, блядь, чтоб бабл. Дартис не дал, да, бабл? Не дал. Нет, Дартис, сука, вытащи. Ты тут вообще? Вытащи себе на удобную кнопочку, блядь, бабл, блядь. Давайте повнимательнее, потому что вот эта хуйня, блядь. Повнимательнее играем, блядь. Мне охота тут там, сидеть. Там сбрыли за секунду, блядь. Чтоб крылья там не нажимали. Когда босс переводится, да, вот этих мы убили, последних четырех одновременно мобов, да? И вы уже крылья не жмите. А долго там чилить будет? Где он там, блядь? Био, блядь.